Смотрите, какое у меня полотенчико есть. Сейчас я вам покажу. Вот какое полотенчико. Красивое, правда? Розовенькое, мумитроль. Всем привет! Неспроста я вам показала полотенце мумитроля, потому что мы опять куда-то уезжаем, а уезжаем мы в палаточный городок. Рядом со страной мумитролей. Поехали? Поехали! Папа заправляет машину, заехали на заправку. Сейчас покажу, как мы здесь все разместились. Мияшечка, Стас, Дема, Санни. В этот раз поставили сиденье Сани на посередине. Немножко разделили, да? Вас. А то постоянно какие-то проблемы возникают. Чьи ноги, на кого? Челси с нами посередине, как обычно. Наша старушечка. Собаке у нас 14 лет уже. Столько же моему диску, которому 6 лет. И мужчина у нас это заправляет. Я. На заднем фоне, кстати, был мужчина в такой же рубашке. Синий, в таких же очках. Вон же он. Он вон. Все, он садится и уезжает уже. Дело. Остался наш папа только. Ой, о, президент. Смотри, Стас с галстуком. Ну прошел Джимми Мамону. Блин, тут почему-то. Посмотрим, насколько он заправил. Он заправит. Кому того писает? Не писай на нашу машину. Уже 30. Да, это 40 литров. Вот столько бы мы заплатили за еду. Вот здесь, кстати, находится бак. Бензобак с этой стороны. У водительской двери. Туда ложат бензин. 40 литров. Почему так дорого? Нельзя бесплатно дать. А на другие заправки, типа, не А, Б, С. Тут я видел. Тут не 2274, и не меньше, а только 1000. А, папа, еще сок. Стандартный наборчик. Вкусные наггетсы, да? Да. Раз Дема ест, значит вкусные. А у Сани, мы в магазине купили такой вот суп, разогрели в микроволновке, и она уже покушала. Да? Да. Ты покушала? Ты сама хочешь, на. На. Вообще, офигенно. Учат, скажи, кушать фастфуд. Вкусные наггетсы? Да. Не едай соус. Да. Бургер. У тебя юсто? Да. Дай еще. Это сюда. Все, вернулись в машину, мальчишки, девчонки кушают у нас мороженое. Дали бесплатно. После того, как там обед прошел, всем деткам дают мороженое. Вкусно? Да. Вкусное мороженое белое, да. И не сладкое, очень хорошее мороженое. И черненькое. Ну, это шоколад, да. Ну, кушайте. Все, сытые, надеюсь. Да. Пока еще нет. Нет, еще у Демы там залежи картошки фри.
наггетсов оставшихся. Нам ехать-то всего лишь час остался. Даже меньше часа, 50 минут еще ехать. Собака смотрит, завидует. Но мы ее не кормим. Мы ее не кормим в пути, потому что она может наделать каких-нибудь дел в машине. Приедем и покормим. Так, пока наш папа, кстати, ходит, бродит, я расскажу, куда мы едем. Мы едем в палаточный городок. Такое место не в лесу, а на берегу моря, где мы поставим палатку. И не мы только одни, там много палаток будет. Там есть домики для резервирования, но домик мы не заказывали. Домик довольно-таки там дорогой, потому что эта территория находится, ну, то есть этот город находится рядом с островом, где находится страна мумитролей. Поэтому там скорее такая курортная зона и очень дорого. Но мы купили место для палатки, тоже продается, покупается. Вот поставим палатку, купили тоже палатку, посмотрим, как у нас все это пройдет. И будем спать три ночи у нас там в палатках. Вот папа уже вернулся. Поставил на чай, да? Поставил на чай, да. Довольно симпатично бросится собака. Здесь, кстати, не принято давать чаевые совершенно никому, по-моему. Да, поэтому закинули сразу на счет. Ну да, закинули на счет. А сколько ты дал? Едем дальше. Да такие домики, вот вход, а вот домики. Не хотелось бы мне там жить прямо у входа.
Что интересно за домики? Это можно снять, наверное, жилые. Ну, я думаю, он варат, то я там телта пайкат. Tuossa keskellä on keittiö ja suihku ja vessa ja tuolla koodilla pääsee niiden ovista sisään. Okay. Saanko toi ottaa mukaan? Joo. Miten se laitetaan? Siihen teltan ulkopuolelle niin, lähellä, me, niin että tiedetään siitä, että te olette maksanut, kun teillä on tuo lappu sitten. Joo, selvä. Selvä, kiitos paljon. Moi moi. Да, но домики все чужие, поэтому нечего в домиках вообще тусить. Рядом с домиками и рядом с чужими палатками тоже. Не заглядывать ничего нельзя. Да. Вот столик, кстати, складной. Такой же надо. Здесь это? Ты хоть одну палатку видишь? А, вот палатка. Вокруг нам надо. Вот налево сейчас. То, что? О, Оля, смотри, футбольная. Налево и нам встать там на парковке. Сейчас мы здесь поворачиваем. Буквально через 3 места этих, вот здесь где-то парковка. Это Телта Пайка. Да нельзя сюда заезжать. Нельзя. Парковка где-то... А где парковка? Наверное, чуть ниже. А что, вон они прямо заезжают туда и паркуются, нет? Такой у нас номер, есть какой-нибудь? У нас нет, у нас вот такая алая. Это места эти. Ну вот здесь 46 места, например. А, 46, значит, парковка была перед 46. Сколько здесь стоит? Проехали мимо. Thank you.
Сейчас, пока Леня и Саня спит, покажу, как мы обосновались в палатке. Посередине в прихожей у нас все вещи. Это комната девочек. А это комната мальчиков. Палатка у нас шестиместная. Собака у нас в отдельных апартаментах в машине.